Несмотря на погоду, далеко не зимнюю, предновогодний праздник все же состоялся. Его для своих жителей микрорайона организовали и провели активные местные тосовцы. Они подготовили игры и конкурсы для новочебоксарцев разного возраста. Мы к этому дню шли давно, давно готовились. И вот погода подвела, конечно. Нам бы очень хотелось, чтобы и был снег, чтобы кататься на пони. Здесь угощала 13-я школа горячим чаем всех детей. Очень много подарков, очень много конфет. Дети очень рады. Гости поздравили всех жителей микрорайона с наступающими новогодними праздниками. Счастья вам семейного, благополучия вам и вашим близким, чтобы никто не болел на ближайшие 10 лет, чтобы все радовали своих родных и близких хорошим настроением, хорошими улыбками. Мы вас любим. С новым наступающим 2016 годом! Главными действующими лицами праздника стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Они задавали тон празднику, разыгрывали сладкие призы. Все огни на елке светят, шумно пляшет хоровод. Все мы очень рады встретить лучший праздник. Также всех собравшихся ожидали предновогодние забавы, хороводы и испытания от сказочных героев. Отметим, что новогоднее представление в микрорайоне Юраково проходит уже не первый год. Планируется, что добрая традиция будет иметь продолжение. Мы поздравляем, Совет ТОС Юраковский поздравляет всех жителей нашего города с наступающим Новым годом. Всем здоровья, счастья, благополучия, любви и удачи. Добавим, что в ближайшие дни подобные праздники состоятся и в других уголках города. Наталья Мальчикова, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.